Международный день пожилых людей знаменовался и стартом фотоконкурса «Я вижу мир таким». Региональное отделение пенсионного фонда объявило его впервые. Для участников установили только возрастные рамки. Фотосъемки же предоставили полную свободу действий. Это могут быть картины природы, это могут быть портреты, даже натюрморты. Но единственная у нас просьба не беспокоиться молодых людей, потому что это конкурс исключительно для пенсионеров. Творческие порывы души, воплощенные в фотоснимках, пенсионеры могут отправлять уже сегодня. Главное при этом указать точные контакты. Снимки можно направлять нам через любое управление клиентской службы, либо по электронной почте. Адрес электронной почты можно посмотреть у нас на сайте. Имена самых креативных пенсионеров назовут 1 декабря. Победители обещают наградить призами и дипломами.